беспроводной сканер штрих-кодов с радиусом работы в 100 метров и памятью на 3000 кодов. Сегодня посмотрим на ручной сканер штрих-кодов от компании Mindeo. Модель CS2290 HDVBT 2D. В комплекте с устройством идут блок питания, подставка, инструкция и гарантийный талон. Сканер компактный и эргономичной формы. Вес сканера без подставки 210 граммов. Спереди находится считывающий модуль, а под ним кнопка сканирования. Сзади зеленый световой индикатор работы. Для удобства хранения в комплекте есть подставка под зарядка. Сканер работает без проводов при помощи Bluetooth или радиоканала. Радиус работы вдали от базы до 100 метров на открытом пространстве. Если связь потеряна, сканер может работать автономно, запоминая в пакетном режиме до 3000 кодов, которые потом можно выгрузить. Одного заряда аккумулятора хватит для непрерывной работы в течение 60 часов или 6,5 дней в режиме ожидания. Сканер считывает распространенные 1 и 2D коды, в том числе с мобильных устройств. Коды считываются при вертикальном, горизонтальном вращении на плюс-минус 70-75 градусов и осевом вращении на 360 градусов. Мягкое белое вспомогательное освещение и зеленый прицел делают сканирование точным. Сканеру достаточно 20% контрастности печати для считывания. У устройства предусмотрена звуковая индикация сканирования, но ее можно отключить, заменив на вибросигнал. Сканер поддерживает интерфейсы USB, RS-232 и PS пополам, а также работает с известными программами, например, 1S и Frontal. Подведем итог. Этот ручной сканер станет хорошим помощником на кассе или на складе при инвентаризации. Он считывает стандартные линейные двухмерные коды как с бумажных носителей, так и с экранов мобильных устройств. Он работает без проводов, поэтому с ним можно отходить от базы на расстояние до 100 метров, а в случае потери сигнала сканер запомнит до 3000 считанных кодов.